День России – это еще один повод вспомнить историю страны. В честь празднования Института Казанского федерального университета организовали тематические акции в режиме онлайн. В инстаграме инженерного института пройдет конкурс «Угадай мелодию», а также тематическая викторина «Я живу в России». Это будет статья, направленная на информирование об исторических событиях. Это будет в плане постов ВКонтакте и в инстаграме. По этим всем статьям будет проведена викторина в истории, получается, событий, традиций страны нашей. Ну и проверка знаний студентов будет в этом виде викторины. Видеозарядку «Россия – спортивная держава» проведет Институт управления экономики и финансов в социальной сети ВКонтакте. А Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем проведет викторину по цифровизации в России ВКонтакте. Напомним, что реализация цикла онлайн-мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России, началась еще в период 7 по 29 апреля. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте КФУ 12 июня. Лилия Баталова, Универньюз.